Успоминаючи, Алену назвал свою выставу «Сучасный мастак Андрей Скіцёў», бо яна присвящена мастаку самовудцы Алене Кіш, якая ходила по белорусских вёсках и литерально заезжую пристанах на одну нож, расписывала у селянских хатах маляваные диваны. Больше всего запотребованным был мотив фронтовых листов до каханага, однако ее творчество не примали родные и близкие, называли варьяткой и гультайкой. У вынику она скончила житё самогубством, потонувши у раце. Андрей Скіцёў создает некую новую коммуникативную систему через жесты и позы, которые раскрывают главный замысел каждого произведения, которое здесь представлено. И мы видим те же листки, то есть те же письма к любимому, которые получил уже мужчина. Они совершенно другие, они выглядят в виде смартфона, а сам текст, который был написан чернилами, сейчас преображается уже в текст, полученный в мессенджерах. Алена Кіш повторяла весь час три сюжеты – «Рая», «Лист до каханага» и «Дева на водах». Отсылки до ее маляванок можно найти и в картинах Андрея Скіцёва. Зритель, который немножко знает о творчестве Алены Кіш, который знаком, может быть, видел ее маляванки, он в каждой работе может найти вот эту отсылку, этот какой-то образ-символ, образ-привязку к ее творчеству, хотя работа это абсолютно современная, это абсолютно другая композиция, другие персонажи, но приглядевшись внимательно, мы увидим, либо летит птица с райского сада, львы, письмо, которое пишется, и непосредственно сами графические письмена, в которых тоже можно угадать очертания букв Алена, А. На выставе представлено 12 полотнов, и как раз только 12 маляванок Алены Кіш заховалось до нашего часу. Убачить картины, которые створяют творчий диалог сучасного мастака с примитивисткой Алены Кіш, можно в музее сучасного выявленчего мастерства Национального центра сучасных мастерств.